Город Москва, Царицыно. И тут вот улица такая с интересным названием Тимуровская. Улица 3. Ну, это, наверное, что-то вроде школы. Вот. Само название Тимуровская сразу навевает воспоминания о детстве, о пионерах. О пионерском детстве, скажем так. Лагеря эти пионерские, костры, горн, барабан. Ну, вот такая улица с советскими детскими названиями. Вот это тоже. Вот эта улица такая, Тимуровская. И другие улицы тоже с такими названиями здесь есть. Веселая улица и Солнечная, тоже детские какие-то названия. Вот, она хорошо. Вот Тимуровская, улица 5. Автошкола там написана. Ну а справа парк, который называется Солнечный. Ну все, теперь понятно, почему такое ласковое название. Улица это Тимуровская. Так. Вот этот парк носит название Сосенки. Ну, сосна-то вот здоровая вообще. Толстая. Высокая. Пойдем по-итальянски, как говорят москвичи. Я иду по улице Тимуровской. Было такое движение. Тимуровцы, которые помогали старушкам там, воду носили. Ну, это книга была, которую написал Аркадий Гайдар, назывался «Тимур и его команда». И после этого возникло тимуровское движение. И вот иду по улице Тимуровской. И справа от меня парк Сосенки. И пошел на какой-то перекресток. Есть переход на другую сторону. Я туда не пойду, потому что оттуда пришел. Так. Здесь я завершу. Этот ее